Сергей Греков. Перестройка миров. Книга вторая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Ритор и Барт. «Скажите мне, как я должен был понять, что эту летающую тварь нельзя убивать?» — спрашивал Олег Угор, который безмолвными великанами нависали над ним. «Какого хера в интерфейсе не высветилось, что будет наказание?» «Целых десять жизней! Десять!» Сейчас, если мне повстречается торговец, нечем будет расплатиться. Урона ножа совсем маленький, атакующих умений и навыков нет. Зелья тоже отсутствует. У меня есть яд, который действует на людей, но толку от него. Разве что самому прямо сейчас отравиться. Светло сидел в гроте, закрывающем его от пронизывающего ветра, и разогревал остатки индивидуального рациона. Монстр, который аннигилировался десятью минутами ранее, принес только разочарование от бессмысленно потерянных возможностей возродиться. Неподалеку лежали неразвоплотившиеся тушки пернатых созданий. Олег и не думал подходить к ним. Зачищенная локация позволяла не беспокоиться о выживании, поэтому Светлов решил пока остаться в ней. «И почему я сразу не раскидал характеристики?» «Диадема, я понимаю, что ты крайне полезная, но могла бы ты не так сильно влиять на мое сознание!» Олег задал вопрос предмету, найденному еще во время прохождения портала ловушки со старым сионником. Если рассуждать логически, то всегда нужно сразу же раскидывать все очки по статам. Это и Лосю ясно будет. Так какого лешего я поперся сюда, имея запас этих характеристик? Светлов заглянул в интерфейс и снова вздохнул, увидев, что количество жизни равняется нулю. Да уж, вернулся к тому, что было. Хорошо, что мифическая скрижаль убрала действие неизвестных артефактов. Теперь у меня не будут сниматься жизни каждые сутки. Вот только смысл от этого, если меня случайно может убить какой-нибудь псих или моб, и возродиться больше не получится... Ах, сейчас бы кофе горячего попить. Перед глазами Олега вспыхнули неизвестные символы, переливающиеся разнообразными цветами, а затем за этим раздался неведомый шум который физически давил на барабанные перепонки. Светлов схватился за голову, он пытался унять шум, заполняющий все вокруг. Не помогало. Капли крови из носа стали медленно падать в разогретую еду, образуя неаппетитную смесь. Все закончилось так же резко, как и началось. И что это было? Намек, что мне нужно валить из этой локации. Да, скорее всего. Бар здоровья ведь ни на один пункт не опустился. Ах, придется пообедать в другом месте. Олег собрал в инвентарь остатки пищи, а после аккуратно пошел к тушкам крылатых тварей, которые не исчезли после смерти. Системные ботинки по-прежнему скользили по промороженной поверхности, а опустившийся туман колол лицо кристаллами льда. Первый монстр сразу же порадовал Светлова. Попалось невстречаемое ранее ювелирное изделие. «Браслет. Ранг необычный интеллект плюс восемь, удача плюс четыре. Три другие твари дали два перстня, увеличивающих силу, и выносливость по одному пункту, и какое-то зелье. Свойства склянки, несмотря на высокий уровень восприятия, увидеть так и не удалось. Олега это удивило, ведь за счет трех надетых колец показатель этой характеристики достигал уже 67 единиц. Быстрый осмотр локации больше ничего не дал, Светлов поспешил на выход, опасаясь, что система накажет его за долгое нахождение на зачищенной территории. Портал, с помощью которого можно было вернуться на Землю, находился рядом, но путь к нему преграждала трехметровая трещина. Олег подошел к самому краю и заглянул вниз. До дна было несколько метров. Гладкие отвесные стены не позволяли безопасно спуститься, а после — скарабкаться обратно. Несколько системных предметов лежали в самом центре, привлекая внимание своей блестящей поверхностью. «Да уж, пора все-таки посетить места, в которых смогу приобрести спальник и несколько мотков прочной веревки. Надеюсь, что не все магазины выгребли подчистую, а ведь у меня было несколько тросов. Жаль, что они стали непригодны». Неуверенно разбежавшись, Олег с легкостью перемахнул через горную щель. Он оказался прямо перед столбом света, который принес приятную новость. Получена одна жизнь. Получено три очка характеристик. Покинуть локацию? Да, нет. Олег выбрал первый пункт и сразу же переместился в привычный мир. Солнце, даря теплые лучи заваленному снегом городу, проглядывало из-за туч. На улицах стало больше людей, кутавшихся в теплые куртки. Рядом стояли два незнакомца. В руках они держали малосольные огурцы и граненые стаканы. До Светлова донеслись слова. «А эти, в который раз говорю, что...» «Ты давай разливай!» «Это произошло повсеместно!» — произнес первый, разделяя слога. «Инициализация ведь прошла со всеми!» Второй кивнул и материализовал в руке литровую бутылку водки, которая стала на четверть заполнять стеклянные емкости. Они чокнулись, а после опрокинули в себя стаканы. Каждый выдохнул, занюхал огурцом, а затем аппетитно захрустел. «Так вот...» инициализация прошла со всеми, и эта непонятная хрень, значит, тоже. Но ты вот посмотри, у всех носы в крови, при этом никто не умер. — Эй, ты откуда ты здесь взялся? — последний вопрос адресовался Олегу, который слушал двух прилично выглядевших алкашей. — Из локации. — односложно ответил Светлов, не желая вступать в разговоры с этой братьей. — Согреться не желаешь? А то вдвоем со Станиславом Викторовичем скучно. Говорить он теперь нормально не может. Первый засмеялся, указывая глазами на початую бутылку. Олег, подумав, согласился. Лишение десяти очков жизни и постоянный холод не оставляли шансы на отказ от такого заманчивого предложения. В крепкой ладони первого появилась кружка с надписью «Босс». В нее сразу же полилась сорокоградусная водка. Стаканы тоже обновились бледненькой. «Ну, давай знакомство!» Три емкости звонко стукнулись, нарушая зимнюю тишину, которая стояла в начале июля. Два больших глотка обожгли пищевод, приятно разливаясь и заполняя желудок. Олег закашлялся, ощущая, что щеки начинают гореть. «Вот! А, теперь хоть на человека стал похож, а то стоишь в вязаном платке, весь важный такой!» Мужчина опять засмеялся, протягивая огурец. «Говоришь, что из локации только пришел, «Ага, вон и стой», — сказал Олег, указывая на слабо мерцающую арку. «Зачистил, значит, всю? Молодец! Уровень выше второй был!» — уточнил мужчина, взглядом спрашивая, будет ли Светлов еще. «Нет, мне, пожалуй, хватит. У вас случаем кофейку не найдется. А портал десятого уровня был», — непоследовательно ответил Олег, жуя сморщенный плод. «Десятый? И ты один справился? Силен ты, брат! Ох, силен!» «Одежда системная на тебе, у меня только растворимый, но горячая вода есть. Будешь? спросил незнакомец, доставая банку. Брент носил имя легендарного бразильского футболиста. Ух ты! Раритет какой! Лет двадцать не видел! сказал Олег, игнорируя первые вопросы. «Буду, конечно. Да нет! <ф Hag -2> нет, это не тот, Пеле, что раньше дом у меня звалял съемкость вот и пересыпал в нее. Тут черная карта. <ф Hag -2> Отцу царство ему небесное. Подарили в начале нулевых настоящий пепельниц, так что курки не заполнили эту банку. Тебе лет сколько? Непосредственно поинтересовался мужчина. А то твои слова про двадцать лет немного смущают. И зовут как? Олег, сказал Светлов, пожимая широкую ладонь первого незнакомца, а затем и руку Станислава Викторовича. Так скоро сектор газа смогу кричать в пьяном угаре. Мужчины переглянулись и засмеялись. Они держались за животы и не могли остановиться. Олег недоуменно смотрел на двух людей, которые с каждой секундой хохотали все громче. Через несколько минут они пришли в норму. «Меня Сергеем Михайловичем зовут. Ты внимания не обращай. Просто вспомнил, что в девяносто седьмом году отчебучил такое под эту песню, что вспоминать смешно и стыдно. И не смотри на меня так. Не расскажем?» Улыбнулся первый, вдыхая воздух полной грудью и пытаясь успокоиться. «А, тебе сколько? Сахар нужен? По две, и того, и другого, сказал Олег, наблюдая, как в воздухе появился рафинат и чайник. Новоявленный знакомый материализовал столовую ложку и бутылку с янтарной жидкостью. Мужчина отмерил несколько миллилитров алкоголя, добавил его в кофе и протянул кружку светлову. Последний благодарно склонил голову. В этом деле главное не переборщить. Кофе крайне хорош, когда в нем есть несколько граммов бренди. Сам попробуй. Так ты из локации пришел? У тебя там тоже визуальные и слуховые помехи были? <свят> Спросил Сергей Михайлович.